Добрый день, everybody. Сегодня вместе с тобой, дружище, у нас будет необычная рубрика. Я думаю, до меня такого еще никто не делал, поэтому будем с тобой первопроходцами. Мы будем сегодня прокачивать мой аккаунт, но будем прокачивать его необычным способом. Не просто будем пополнять юсишки в игру, а будем прокачивать его при помощи удачи на булдропе. Но перед тем, как испытать мою удачу на булдропе, мне нужно, естественно, пополнить свой баланс, и я буду использовать специальный промокод, который также можешь использовать ты и получать плюс 15% к пополнению. Пополняю я через P2P, потому что это самый простой способ, на мой взгляд. Ты просто копируешь карточку, вставляешь ее в своем банковском приложении и оплачиваешь покупку. Булкоины на моем аккаунте. Теперь давайте, ребятки, я вам еще быстренько покажу лайфхак о том, что у нас на булдропе есть два халявных кейса, два бесплатных кейса, и их можно открыть, зарегистрировавшись в той или иной соцсети. Я, к сожалению, этого сделать не могу, потому что у меня на компе нет пока соцсетей. Я переустановил винду, поэтому я заберу свои кейсы чуть позже, а ты можешь зайти, зарегистрироваться через соцсеть и забрать свои халявные кейсы прямо сейчас. Ну и давайте будем открывать все кейсы по порядку. Начнем с самых дешевых и закончим самым дорогим — Ночь ужаса. Посмотрим, какой у каждого кейса будет выхлоп. Поехали. Кейс «Другое измерение», десяточка. Открываем, смотрим, что нам упадет. Будет ли окуп, не будет окупа. Так. На этот раз мы не окупились. Да? Давайте еще разик. А ну. Но окуп будет 100%, потому что булдров в последнее время так наваливает. Мне не кажется, а шанс реально увеличен на выпадение топовых предметов. Давайте еще посмотрим. Погоди, а сколько мы тратим? Ой-ой-ой, 135. Я просто привык к тому, что я все время открываю самый дорогой кейс. А тут у нас открывается кейс за 190 булкоинов. А, за 190. Так ничего себе, мы в окупе. Перейдем к кейсу «Они среди нас» и посмотрим, как здесь обстоят дела. 390 булкоинов. Крутим. Так, 14, 46, 52, 29. 183 в половину. И давайте еще разок. А ну. Оу, 291 чиназис. Сюда. Окуп есть. Продаем. Идем открывать следующий. А то что-то я заигрываюсь на каждом кейсе. Я очень много заигрался на другом измерении. И хотел каждое на десяточку открыть. Так, поехали. Открыть кейсы за 590, ребят. 590 булкоинов. Смотрим. Такс. Чуть-чуть. На 302 без окупа. Давайте еще разик. Десяточку. Нужен окуп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Иди же ты сюда. Вот это я понимаю окуп. В два раза. Слушай, мне кажется, аккаунт мы нормально так не прокачаем сегодня. И пойдем, естественно, с новыми скинами в каточку, ребятки. Так, техно-апокалипсис. Не забывайте о том, хотя, как вы можете не забывать о том, я не сказал, о том, что я вам также дам бесплатный купон на открытие кейса. Поэтому досматривайте ролик до конца обязательно. Так, десяточка. 690. Техно-апокалипсис. Дай нам еще окуп. Ну. Чуть-чуть в минус ушли. Продаем. Открываем. Давай, мифик. Либо же золотое что-то. Будущее здесь. Поехали. Десяточку. За 990. Ё-моё. И еще раз. Давайте продаем. За 990 булкоинов, ребятки. Так, 245 уже неплохо. Мификов пока нам не подкидывает игра. Погнали. Ну. Мифик. Я понял. На этот раз тоже без мификов. Но мне кажется, сейчас мы неплохо поднимемся на кейсе «Ночь ужаса». Он меня еще никогда не подводил. Поехали. Десяточку. 1990 булкоинов. Тун. Ну а где же мифики? О, 476. Пока без окупа. Но я уверен, ребят. Дайте этому кейсу разыграться. Сейчас все пойдет как надо.
403 308. Ё-моё, 476 200. Вот это кейсы с окупом. Это мне нравится. Продаем. 403. Да ё-моё, вот это насыпает. Вот это насыпает, вот это мне нравится. Слушай, на этом кейсе мы и остановимся. Если бы еще золотое что-то упало. А ну. Не, пока без золота. Еще открываем. Ну-ну-ну, мифик, давай мифик. Я готов к мифику. Хорош. Тысяча шестьсот. Вот это мифич. И еще 1600. И 335. Вот это оно. Ой-ой-ой-ой, золото упало. Ёптель-моптель, вот это оно. Вот это оно. Уже уходим потихонечку вверх. Нормальный, но хотелось бы еще большего. Хотя, в принципе, мне этого хватает. Можем оставить несколько тысяч юсишек на аккаунте. Давай продадим. И у меня имеется уже 30 тысяч булкоинов. Поэтому мы можем зайти в обменник и еще кучу всего забрать. Погнали в обменник. Тут заберем свои подарки. Слушай, обменять, естественно. Недостаточно скибидишек, сейчас все будет. Теперь скибидишек у нас достаточно. Нажимаем обменять. У нас происходит графика. Выбираем куб. Давай выберем вот этот куб. Плюс 8700 булкоинов. Ничего себе, я же говорил. Ребят, не провтыкивайте заходить на обменник и забирать свои подарки. Я всегда об этом говорю, потому что это топчик. Можем теперь перейти, знаешь, куда еще? Чтоб ты тоже не завтыкал, я покажу. Мы можем вернуться на этот Булпас. Булпас, ребятки, не забывайте заходить в Булпас и забирать подарки оттуда, потому что там есть куча подарков, которые просто так остаются у нас без дела. Рамочку получили и так далее. Мы можем все это дело забирать. Смотри, тут очень много подарков у меня. А для того, чтобы их потом обменять, мы заходим просто вот в свой личный кабинет, нажимаем и выбираем все. Продаем за 8844. Найс, на аккаунте уже имеется 40 тысяч практически булкоинов. Давайте теперь выведем 20 тысяч булкоинов мне на аккаунт. А делается это очень просто. Мы нажимаем на кнопочку «Вывести UC». Здесь вставляем свою ID-шку. Здесь указываем сумму в булкоинах. Я буду выводить 20 тысяч булкоинов, к примеру. Это равно 15 070 UC-шек. Нажимаем на «Вывести» и ожидаем наши UC-шки на аккаунте. Как видишь, UC-шки уже на моем аккаунте, быстро, безопасно, надежно. И вот сейчас на экране ты видишь промокод на бесплатный кейс, также я продублирую его в описании и в закрепленном комменте. Давайте еще приумножим мои UC-шки, нажимаем на UC-шки и пойдем сюда, где у нас есть подарок за покупку. Ждем, пока у нас растормозится интернет. Растормозился. И что мы заберем? 300 UC забираем. Далее забираем 2. Как называется? Мифическая эмблема? Я думал, кристалл. Ладно. 1500 UC еще заберем. Два материала. Что очень важно, потому что я хочу МК-шку до фула вкачать сегодня. И также здесь у нас... Сколько? Ну, давай нам 6000. Минималку даст. Нет, 2400. 2400. 2400 на ремастыч. Так, подписочка. Забираем еще 3 UC-шечки. Тут вроде мы все забрали. Давайте за 5 UC почему бы не крутнуть. Что нам упадет? Понял. Дальше. Набор материалов. Набор подъем. Подарок за покупку. Пополнение UC и подписка. Давайте в мифической кузнице сразу я заберу, ребятки, МГ-3-шку, которую я давно хотел забрать, но не было возможности. Вот так вот она выглядит на максимальном уровне. И вот такой у нее килл-чатикс. Забираем. Парящий дракон. Спасибо, пускай будет. И теперь пойдем открывать практически на 20 тысяч UC. Я не знаю, какой костюм вам больше нравится. Золотой, либо же костюм X. Мне кажется, костюм X выглядит покруче. Хотя золотой тоже неплохой. Не знаю, с какого мы начнем. Погнали, с золотого, скорее всего, начнем. А там посмотрим, потому что здесь будут падать материалы для прокачки других костюмов X. А это немаловажно. За 10 UC-шек раз в день можно сыграть. Сыграем, конечно же. Посмотрим, как насыпает этот костюмчик. Ого, анимация какая длительная. Коктейль Молотова. Опаляющее благословение. Пойдет. Сразу молик.
Потом, я надеюсь, он переработается. Так, первая десяточка, поехала. Улетела, я бы даже сказал. Давай сходу костюмчик, и это будет топ-открытие. Я пойду открывать золотой. Понял, молечек переработался. Материалы нужны, нужны материалы. Максимально. Угу, гранатка. Волосы. Слушай, ну вот это неплохой прокрут, но не топовый. По-моему. Надеюсь, будут и получше. Анукс. Два мини-материала, волосы. По 25, ничего себе. Неплохо так сыпет. 25 монеток. Но хотелось бы выбить костюм прям вот так, чтобы выбить, а не покупать его. О, эмоция мифическая. Посмотреть здесь мы ее прямо сейчас не можем? Не. Потом посмотрим. Так. Ну, уже пора и костюм дать, игра. АВМ? А тут еще и улучшаемый АВМ. А, это не АМР, АМР. Сорян, туплю. Точно, я думаю, где эта пушка? Ну, шлем это такое. А АМРочка, она очень красивая. Я видел ее где-то в промке. А ну стой, пламенное благословение. А где посмотреть вообще награды, которые здесь есть? А то я так открываю. Я просто миллион лет не делал open case, ребят, на своем аккаунте. Погоди, вот такую эмоцию я выбил, да? А ну, а ну. Я думаю, большинство из вас ее выбило за 10 UC. Неплохая. АМРочка. Ну слушай, она даже на первом уровне смотрится, ну не так, как все, необычно. Да ты шо на максимальном. Вау, сообщение об убийстве. Киллбоксич. Эффект попадания, естественно. И обзор оружия. Ну здесь коряво сделано. Ага, и такая же, как у МК-14 звуковая дорожка идет. Понял, и сам костюмчик. Ага, и максимального уровня покажите мне, пожалуйста, разрабы. Все, понял. Угу. Плюс-минус, мне все понятно. Так. Ага, мы получили еще мини-материальчик и получили, как ты называешься, фрагмент звезды. 16 тысяч UC, поехали. А что там снизу? Сейчас посмотрю. Ну-ну. Надо глянуть снизу. Вау! Игра как знает, что мне выпала АМРка и накидывает обвеса на нее. Вот здесь, это что такое? А, выбор рулетки, я понял. Да не-не-не, мы идем за костюмом. Он же здесь? Волосы? Ну по идее здесь костюм, правильно? Я ж не туплю. Так. Ну да. Тут АМРка, тут эти костюмы. Да. Костюм бойкая кошечка. Не-не-не, это не то. Нам кошечка не нужна. Давайте нам уже костюм X. И пойдем в каточку. Материалов не сыпет, кстати. О, АМРка, сколько же даст материалов? Ё-моё, только сказал, материалов не сыпет. Три материала. Мне, по-моему, надо 17 материалов, чтобы до фула вкачать. Сколько эмоций? 16 монеток. Кошечка. 50 монет, кошечка. Ничего себе, пойдет. Кошечка нормально так подсыпала нам. Ну, давай уже костюмчик. И я пошел улучшать МК-14. Материал. Прикинь, если вообще не упадет костюм. Ну а МРК упала зато два раза. Это так, отмазка наперед. Мини-материальчик. Ну. Я начинаю уже нервничать, разрабы. Это он? Или не? Скорее всего, уж не. Не-не-не, это ж не он. Кошечка, принц. А костюм X не дает. Не-не-не, это не костюмикс, он не мифик сразу же. Да ёптель-моптель, ну за материал хотя бы спасибо.
Сколько мы уже? 120 открытий сделали. Ничего себе. Ё-моё. Дай костюм. Ну или АМР-ку еще раз. Эмоция. А костюм? Сколько у меня монет, кстати, надо посмотреть. Может, я могу его уже и за монеты забрать? Ага. Монет у меня 704, а костюм стоит... Косарик, походу. А это что такое? Костюм X, одна звезда? Так, погоди, я его уже получил? А-а-а! Да ладно, его гарантом можно было забрать. Он будет переработан. О-о-о! А чё ж вы мне не сказали, пацаны? Я ж не видел, что его можно так забрать. Ё-моё! Ну давайте еще. Блин, так если он у нас есть. 180, давайте до 200 прокрутов добьем и пойдем на золотой костюм. Я не шарю в этой теме, я же говорю, я давно не делал open кейсы. Вы, наверное, там кричали мне в комментах: Виталик, Виталик, забери так. Ну, хотя, если он повторно упадет, то это будет топчик. Блин, одного раза только что было достаточно, чтобы забрать за 200 прокрутов фрагмент. Сковородка. Так, итого. Итого. Костюмчик X у нас имеется 833 монетки. На что мы можем их обменять? А что за лаки? Ага. Так, непонятно, вот что за лак. 56 монет стоит, понял. А материалы? А материалов здесь нет. Ё-моё. Погоди, АМР-ку, если имеется, не могу. Ого. 200 монет рюкзак под него. Но я не знаю, стоит ли он 200 монет или нет. Пегас 450. Да ладно, давайте. Или пойдем еще золотую покрутим. Не знаю, не знаю, пацаны. Погнали, покрутим пару раз золотой. Возможно, упадет нам костюм. Если упадет, потом вернемся к той рулетке. Поехали. 10 UC. Ух ты, это что такое? Подарок личного пространства. Я думал, это тема. Золотой самоцвет сходу. И хаешечка переработалась. Так, давайте с анимацией теперь. Ого. Тут вообще ничего не падает. О, материальчик. Пойдет. Стоп, тут же нельзя так же костюм забрать, как там. Ого, не, эта рулетка мне вообще, пацаны, не нравится максимально. Ой-ой-ой, максимально не нравится. Может, материалы потом заберем, обменяв эти штучки. Зато машина к Джесси Пинкману уедет. Ё-моё, сколько. О, самоцвет еще один. На материал пойдет. А мне падал тут самоцвет за 10 UC. Я его просрал, не помню. А, на материал, по-моему. Так. Еще бы один самоцветик. Ну-ну-ну-ну. Не дает. Не, прошлая рулетка мне однозначно больше нравится. Ё-моё. Скам. Это скам. По 60 UC. Добьемся до талого. Ну, можно с пропуском. Ок. И вот здесь пропуск. Так. Еще разик. Ой-ой-ой, самоцветик третий. А костюм сколько стоит? 3 или 5? 6? Да ну нафиг. Не, костюмчик я не беру, я возьму 3 материала. Спасибо, игра. Ну, этот костюм мне не очень заходит. Далее, пацаны, куда мы идем? В инвентарь. С
смотрим на этот костюм и до какого уровня я могу его улучшить. Так. Ага, у меня желтых мало. Желтых мало. Могу льва улучшить. Ну, такое себе. Я, наверное, ребятки, подумаю, потому что я на самом-то деле могу монеты обменять и Посейдона улучшить, ворона улучшить и также улучшить фараона. Ну, а пока давайте улучшим МК-14. Сколько материалов? 15. И тут всего 2. Ёлки-палки, до фула не получится улучшить. 17 материалов. Или получится? Нет, там, по-моему, сейчас 7 надо. Хотя... Или я в общем считал, что 17. А ну, МК-шечка, иди же ты сюда. Так. Ящик с добычей. Нужно 7 материалов. Улучшаем. Имеем. И тут, по-моему, 10. Да! Йоу! Почти 9. Улучшаем до талого. Все. Фуловая МК-шечка у меня теперь. Вот это топчик, пацаны. Одеваем костюм. Берем МК-шку. Берем... Аймерку, да ну с собой в катку. Не знаю, возьму, чтобы показать вам, как выглядит в игре. И погнали в режим Метро Рояль. Ой-ой-ой, какой спавн. Ребятки, ну вот так вот, собственно, выглядит костюм. Вот так вот выглядит Аймерка сейчас, перезарядочка. И рюкзак, я не знаю, напиши в комментах, нужно мне докупать или нет за монеты на обмен. Если да, то возьму. Если нет, то буду вот с таким катать. И, собственно, сковорода. Скоровода. Вот так выглядит. И сам сетик. Естественно, наверное, следовало бы этот костюмчик прокачать. Ну тоже, напишите, какой костюм X мне лучше вкачать. До фула не знаю, получится. Навряд ли, наверное. Так. А босс у нас упадет красивым киллбоксом? Давай. Будешь первым. Кастомным киллбоксом. Вау. Не, ну это очень красиво. И ботики так падают. Ё-моё. Красота. Так. Теперь бы кого-то прикрыть еще со снайпы. Я не помню, когда последний раз брал в руки снайперку. Йоу. Не знаю, настроена чувствительность у меня здесь или нет. Отмазки уже пошли, ребят. Нам бы сюда забраться. О, хотя бы добежал. Там бот куда-то файтил. Никого не вижу. О! Слышу, но не вижу. Угу. Тихо. Он не понял, откуда. А так, поймешь? Да ладно. Ну хотелось бы чисто с Аймерки. А это уже кто? Это он уже отбежал туда? Да я не верю. Вот чекнем. Его уже здесь нет? Ну ты прикинь. Ого. А как он так пробежал? Потом на монтаже увижу. Невидимка. Или та программа, которая позволяет... А, тихо, невидимка. Да ты шо, спасибо, чел. АФКшнулся. Как программа называется, когда можно багать этот? Ты понял. Пинг. Кламси или как-то так. Почему у меня так работает все с пингом? А у меня 170 пинг.
Ё-моё. Смотри, я нажал. Еще раз нажимаю. Вот на хаишку. Не, сейчас сразу берется. 120 пинг. Почему такой большой у меня пинг? Да, но сделали килл боссика с МКшки, и этого типа вальнули с АМРки. Огромное спасибо ему за то, что он таким образом решил поступить. Тип в упоре. Здорово. Да ты что, его можно было и сковородкой только что развалить. Я специально в прыжке по нему не стрелял. Ё-моё, откуда... Он взялся! Йоу! Ошалеть! Вот это видосич! Братан, спасибо, у нас и open case получился топовый, а тут еще и ты со своим подгоном. А где граффити, кстати? Не понял. А, вот здесь аж? А это что? Как это работает? Ага, красиво это работает. Да ты шо, вот это братишка подогрел. Ё-моё, так я даже не слышал, ребят. Я даже не слышал его. Откуда он тут взялся? Я хер знает. Ладно, скинем бусты. Давай, поехали. Он? Там, по-моему, просто еще кто-то есть. Снаряжение, естественно. Погоди, мы скинем шлемачок. Скинем еще шлемачок. Снаряжение. Сюда поставим два подсумка. Вот. Так. Пускай тогда пластина там лежит. Тут есть пластина. И здесь ремень. Ремень скинем. Пластина пускай остается. И там пластина. Забираем теперь шлемачки. Кобрачка. Обычный. И два рюкзака нам все равно не влезет. Скинем тогда СМКшечки, обвесы. Правильно? Ну, если что, то сейчас скинем еще и пластины. Ого, как-то выкидывает отсюда. Да, давай пластинки тоже скинем. Так, надеюсь, сейчас влезет. АМРку не хочу выбрасывать. Хотя и играть я с ней больше не буду. Можно в сейф положить ошейники. Просто, чтобы было. Все, ребят, смотри. В начале катки у меня есть уже два шлемака. Три шлемака. Три броника. И два рюкзака плюс МКшка вышка. Сейчас еще и танк появится, но танк нам уже явно не нужен, поэтому давайте будем пытаться как-то прорываться в сторону выхода. Да ты что, а ты прикинь, сейчас меня кто-то прихлопнет. Вот это будет бонус, типа, если еще из меня слетит АМРка, либо же МКшечка. Это будет топ из топов, удачи в топе. Ребятки, напишите действительно в комментах, стоит ли мне прокачивать данный костюм X, либо же там фараон, водолаз, кровавый петух. Надо ли мне докупать сюда рюкзак к этому костюму X? Мне кажется, что рюкзак точно не, а так напиши в комментах. И вот таким вот получился видосик, ребятки. Геймплей я уже не буду затягивать, потому что там open case нормально так времени у нас забрал. Поэтому уже больше рассмотрим вот такие вот красивые киллбоксы в следующих каточках. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих видосах. Всем пока, ребят.